В этом году 100 лет исполнилось Кировскому микрорайону Орехово-Зуево. Подарком к юбилею стало обновление спортивной площадки на территории одной из старейших в округе школы номер один. Юные спортсмены уже оценили новый мини-стадион. Здесь было поле вот такое огромное, а тут поставили хоккей, поставили футбольное поле. Мне очень нравится. Все. Нравится эта площадка даже чуть больше, чем прошлое. А здесь прям очень много всего, и можно повеселиться как следует. Очень красивая площадка. Мне очень нравится. Это все обустроено так красиво. На территории школы не только учащиеся, но и все желающие могут заниматься воркаутом, баскетболом, футболом и настольным теннисом. А для зрителей установили комфортные трибуны. На стадионе уже состоялись показательные выступления по разным видам спорта. В самой же школе провели прием выездной администрации. Подобные встречи специально организуют вечером, чтобы попасть на них было удобно тем, кто работает 5-2. Вопросы можно было задать заместителям главы, депутату Мособлдумы Максиму Коркину и депутатам фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа, представителям ресурсоснабжающих организаций. В топе обращений традиционно были благоустройство и ЖКХ. Еще одной из затронутых тем стало отопление. На часть вопросов ответы дали на месте, оставшиеся взяли в работу.